Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Канаду. Эту поездку сам глава Римско-католической церкви назвал исправительно-покаянной. В центре его визита встреча с представителями коренных народов. В конце мая прошлого года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше 1000 безымянных могил несовершеннолетних. В создании управления учебными заведениями, в которых жестоко обращались с воспитанниками, принимали участие католические религиозные деятели. Прежде всего, это паломничество. Но в дополнение к этому Франциск заявил о покаянном паломничестве. Он глубоко озабочен тем фактом, что в прошлом происходили ужасные вещи, которые во многих случаях совершали люди, являвшиеся представителями церкви. Новость о безымянных могилах потрясла многих канадцев, которые потребовали от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов. Я работаю с представителями коренных народов, чтобы проводить исследования на территориях вблизи интернатов. Использую такие технологии, как подповерхностное зондирование, чтобы попытаться найти возможные места безымянных захоронений детей, которые умерли во время обучения в школе, не вернулись домой и пропали из реестров. В период с 19 века по 70-е годы 20-го около 150 тысяч детей-индейцев были изъяты из семей и насильно направлены в школы-интернаты,